На календаре у нас 1 апреля, День смеха. И именно в этот день хочется поразмышлять о значении юмора в нашей жизни. Интересно, если бы юмору пришлось сражаться с серьезностью, то на чьей стороне оказалась бы победа? Допустим, вот они стоят друг против друга на ринге, но вместо ударов по физиономии можно приводить в свою защиту только научно доказанные аргументы и факты. Вот послушайте, что известно на сегодняшний день от ученых, которые исследовали юмор, а это гелотологи, психиатры, психологи, сделали следующие выводы. После длительного смеха значительно снижается уровень гормонов стресса в крови, а количество серотонина в организме повышается. И серотонин, как природный антидепрессант, справляется с депрессией. Кто же этого не знает, скажете вы? Это каждому известно. А что же еще? Смех помогает высвобождать эндорфины, которые положительно влияют на мышление человека. А теперь предлагаю заглянуть в наши легкие во время смеха. Как, наверное, уже многие догадываются, легкие очень интенсивно освобождаются от застоявшегося воздуха. И у смеющегося человека в организм получает больше кислорода, чем при обычном дыхании. И для сердца, и для сосудов наших огромная польза от доброй порции смеха, так как идет укрепление эндотелия, которым высланы эти органы. И таким образом снижается риск сердечных заболеваний. А сейчас внимание для людей с лишним весом. 15 минут смеха в день способствует снижению веса, что обусловлено ускоренным сжиганием калорий, так как у тех, кто смеется, улучшается обмен веществ. А слышали ли вы о том, что смех днем дает возможность крепче спать ночью, ведь он помогает избавиться от беспокойства, расслабиться. И мы можем не сомневаться, что смех – это еще и обезболивающее, так как отвлекает и помогает забыть о неприятных ощущениях. Главное – найти хорошую кинокомедию. А если вы держали в руках учебник, то читали, что улыбка на лице заставляет двигаться 15 мышц, а значит, крови перетекает сюда больше, если человек улыбается. На что же это влияет? Человек выглядит моложе и медленнее стареет. Вот так-то и идет управление возрастом. Достаточно выводов, чтобы отправить серьезность в нокаут. Но у меня в запасе еще много интересного, поэтому можем продолжать в том же духе. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь. И это поможет жить как без семейных конфликтов, так и без национальных. Обратите внимание, сколько видов шуток встречается в нашем обиходе. Это анекдоты и остроты, подразнивания и каламбуры, дешевый фарс и этнический юмор, басни и еще много чего. Наши сатирики, комедианты, паяцы, шуты всегда чутко ощущали стрессовые зоны в обществе и с присущим им талантом показывали это в комическом свете. А вот вопрос на засыпку. Кто обладает лучшим чувством юмора? Да ничего страшного, если вы не знаете. Исследователи же установили, что больше смеются счастливые люди. Они-то и обладают лучшим чувством юмора. Вы вспомните, как понижают уровень тревожности в обществе шутливые программы, юмористические концерты. А кто не наблюдал, как смеются дети? Они начинают улыбаться очень рано, к 4 месяцам уже смеются, к 3 годам у них возникает желание рассказать что-нибудь смешное. Смех доставляет им удовольствие, помогает налаживать отношения со сверстниками. Вспомните, что в 7 лет дети смеются чаще и громче, если рядом другие ребятишки.
В 8-11 лет у них уже появляется шутливая ответная реакция на поддразнивание. И вот они уже подростки, а для 14-летних характерно игривое, добродушное подтрунивание, как у взрослых. Слышали ли вы, что юмор зависит от функционирования определенных участков мозга? Поднимите правую руку, дотронитесь до лба. Вот она, передняя правая область правой лобной доли, которая главная по нашему чувству юмора. Обратите внимание, что дети младше 6-7 лет не понимают анекдотов, построенных на вербальной двусмысленности. При этом мы видели, что масса детских шуток рождается в более раннем возрасте, когда обыгрываются разные нелепые фантазии. И все мы, благодаря юмору, можем сообща переживать положительные эмоции, устранять и разряжать отрицательные, а представив все в комическом свете, сводить все конфликты в сферу забавы. Вот уж точно наша пословица говорит: веселье от бед спасение. Противоположность серьезному поведению, присущему тем, кто хочет иметь важный вид, юмор дает возможность посмотреть на ситуацию со стороны и во всем увидеть смешное, а тем самым разрядить обстановку. Хорошо при этом соблюдать, конечно, такт, найти нужный вид юмора, понимать его уместность. Смехом мы выражаем широкий спектр эмоций: от презрения до восторга, от унижения до поддержки. По шкале немецкого ученого Руха юмор бывает смешной и неприличный. С ним трудно не согласиться. У юмора много разновидностей, степень привлекательности которых не одинакова для разных типов людей. Я понимаю, что не открою Америки, если напомню, что смех мы используем как сигнал социальной близости, подобно улыбкам, взглядам, и дарим его как награду собеседнику. А он добавляет говорящим обаяние. Шутки – это как сигнал, указывающий на коммуникабельность и отсутствие агрессии, встречаются и на работе, и в семье, как незатейливый способ борьбы с нарушением норм, правил. А подшучивание способствует и флирту, и положительным эмоциям, повышает в глазах молодых людей привлекательность друг к другу, смягчает стресс, делая его менее угрожающим и вредоносным, и даже служит для укрепления морального духа. А вот возьмем типичный способ проявления юмора в скучной рабочей обстановке, просто такой, как валять дурака. Не удивляйтесь, но это повышает удовлетворенность работы, улучшает социальные взаимоотношения и, не хухры-мухры, поднимает производительность труда. Делаем вывод. Значит, юмор на уровне сопротивления постоянному регламенту, сухому контролю, рутине необходим, чтобы облегчить невыносимое положение и выпустить пар безобидным способом. И что же у нас получается? Да, видимо, от порядка к гармонии. Особенно интересно, что многие чуткие дальновидные лидеры, руководители, чтобы наладить свои взаимоотношения с подчиненными, тоже берут на вооружение юмор, который ослабляет напряжение, вызванное различие ими в статусе и власти. И юмор открывает разные стороны этих людей, и они уже не кажутся лишенными недостатков. Комическое позволяет совместно переживать сильные эмоции, при этом положительные, и это реальный способ укрепления социальных связей. Главное, чтобы все было к месту, и тогда это будет дисциплинировать подчиненных, снижать сопротивление, снижать смущение при обсуждении деликатных тем, убирать беспокойство. Скажу больше,
если юмором пользуются педагоги, лекторы, это влияет на появление к ним симпатии, особенно если они используют иронию, а не сарказм. Уметь поднять у людей настроение, задеть за живое и даже сделать их более счастливыми – это здоровая реакция человеческой психики. А признаваясь самому себе в своих слабостях, человек становится сильнее. Кстати, жить со смехом можно научиться, и в истории достаточно тому примеров. Комики Джим Керри, Чарли Чаплин, Юрий Никулин прожили не самое счастливое детство и молодость, и смех стал для них панацеей от многих бед. А научиться смеяться, в том числе и над собой, конечно, по-доброму, конечно, с любовью, это еще один шаг к своему счастью. Радуйтесь и веселитесь.